Ситуация в сфере межнациональных отношений в Ненецком округе стабильная. Об этом заявил глава региона Игорь Кошин на заседании экспертного совета по профилактике распространения экстремистской и этносепаратистской идеологии и идеологии терроризма среди населения региона. Данные сведения подтверждаются результатами соответствующих мониторингов и сведениями силовых структур. Вопрос борьбы с распространением экстремизма на последнем заседании Совбеза поднял президент Владимир Путин. Глава государства потребовал скоординировать в этом направлении усилия силовиков и представителей всех уровней власти. Поэтому в процесс должны активно включаться и органы местного самоуправления, заявил губернатор Игорь Кошин. В 2014 году преступления экстремистской и террористической направленности в нашем округе не совершались. Уголовные дела данной категории не возбуждались. В результате проведенной работы ОМВД участников экстремистских и террористических сообществ и общественных объединений не выявлено.